Еще одной проблемой, за которой сейчас пристально следят в ООН, стали природные пожары в Бразилии. Сегодня власти страны создали кризисный штаб для борьбы со стихией. По данным экспертов, огонь уничтожил уже почти 2 миллиона гектаров леса. Тропические джунгли Амазонии – это самый крупный в мире лесной массив. Его часто называют легкими планеты. Он вырабатывает до 20% всего кислорода на Земле. На защиту бразильских тропиков стали известные актеры, певцы и спортсмены. Они упрекают мировое сообщество в безучастности. Многие сравнивают происходящее с пожаром в Нотр-Дам-де-Пари и отмечают, что на горящие леса всем попросту наплевать, в то время как на восстановление храма жертвовали миллиарды. Ситуацию в Бразилии комментируют и мировые лидеры. Президент Франции назвал происходящее кризисом планетарного масштаба и предложил обсудить эту тему на грядущем саммите Большой Семерки. Власти Бразилии тем временем заявили, у них нет ресурсов для борьбы с пожарами и обратились за помощью к другим странам. На призыв уже откликнулись Аргентина, Венесуэла, Колумбия, Чили и Эквадор.